Voyage in Bosnia, начинали все вас видеть. Нам очень приятно начать наш первый концерт после летнего перерыва. И начнем его замечательной сефардской песней. Многие из вас ее уже знают, но те, кто не знает, будут рады узнать. Называется она «Мариника». Thank you.
Песня, которую мы сыграем, это будет авторская тема. Называется она «Рождение». Thank you.
Из другой программы, из программы «Песни 90-х», которую мы сделали несколько лет назад. Играем ее довольно редко, но вот эту песню мы настолько любим, что решили сегодня сыграть. Это Виктор Цой, ни много ни мало, но в немножко необычной аранжировке, которую написала наша подруга-пианистка, родом из Одессы, живет в Шанхае. В общем, какая-то коллизия просто интересная. Называется песня «Место для шага вперед». У меня есть дом, только нет ключей. У меня есть солнце, но оно среди туч. Есть голова, только нет плечей. Но я вижу, как тучи режут солнечный луч. У меня есть слово, но в нем нет букв. У меня есть лес, но нет топоров. У меня есть время, но нет сил ждать. И есть ночь, но в ней нет снов. И есть еще thank you.
«Пройдемся по великим» это называется. Сейчас будет Георгий Свиридов в нашей аранжировке. Песня из цикла «Курские песни» называется «Ой, горе, горе, лебедон». Thank you.
Это то неперьяна, то девичья красота. Ой, да то девки да не щасана коза. Ой, горе, горе, алиметой куда маги бывают. Ой, да что мы росли, да беды не давали ему. Спасибо большое. Сейчас сыграем вам одну песню в трио. Это будет еще одна авторская тема, называется она «Молитва». Пересесть за барабан. Я сейчас в процессе обдумывания этого предложения. На самом деле, я всю жизнь думала, что в Москве жить довольно непросто, в смысле вот такого какого-то внутреннего состояния, поддерживать свет, гармонию внутри, вот в этом сумасшествии, которое происходит, это непросто. Но я только что вернулась из Нью-Йорка, и я беру свои слова назад. У нас здесь вообще рай. Просто рай. Просто чил. Thank you.
Пьесу этого отделения называется она Now or Never. Hey, hey, hey.
Thank you.
с удовольствием вернемся. Сегодня у нас будет премьера. Даже полторы, если можно так сказать. В общем, не переключайтесь, отдыхайте, общайтесь, и мы скоро увидимся. Спасибо. Что будет полторы премьеры, это куда-то та самая половинка, потому что в полной мере премьеры я назвать ее не могу, потому что мы один раз ее уже играли, но это было очень давно, полгода назад где-то, поэтому можно сказать, что премьера, правда? Говоря, у всех музыкантов есть люди, которые их вдохновляют, даже у немузыкантов есть люди, которые их вдохновляют. Но у музыкантов это порой выливается в нечто такое, вот, как вы сейчас услышите. Вот, наверное, такая большая любовь в последнее время для меня. Это замечательный пианист армянского происхождения Тигран Амасян. И благодаря ему я, в общем, стала как-то копать в сторону армянской музыки, народной в том числе. И действительно, это мне очень интересно и нравится. Так что можно сказать ему спасибо. Это целый мир просто благодаря этому человеку открылся. И я написала тему, которую не нашла я ничего лучше, как назвать Тигран. Просто Тигран. Спасибо ему большое. Я ему посылаю луч любви сейчас в эту секунду. И мы исполним тему, которая так и называется.
Сейчас мы сыграем колыбельную для Агафьи. Что произошло? Откуда сейчас за звук? Я слышала много. Те, кто не знает ее лично, сегодня имеют уникальную возможность посмотреть ей в глаза. Вон она там, с бабушкой. Агаш, помаши ручкой, пожалуйста. Вот. Так и называется колыбельная для Агафьи. Звезды развесили там за рекой. Ай, ай, спи, моя чудесная, мир засыпает вместе с тобой. Прежде никогда не ощущал вместе с тобой. Прежде никогда не ощущал.
друзья. Следующая песня, вообще-то не песня, а совершенно инструментальная пьеса, которая написалась довольно давно, но, наверное, все должно происходить в свое время, в свой момент. Потому что, когда она была написана, я совершенно не имела ни малейшего понятия, что мне с ней делать. Ну, такое бывает. Вы купили платье, оно висит у вас примерно лет 8. А потом резко вы поняли, что оно вам подходит, и вы хотите его надеть. Примерно такой же случай. Называется она «Колея» о таком состоянии человека, когда он сам себя загоняет в определенную такую борозду своей жизни, хочет из нее выбраться, но не всегда может. И как-то смотрит наверх, говорит, ну, вот я тут, сделайте же что-нибудь с этим. Вот, об этом эта песня, которая не песня. Thank you.
Так, но следующая песня — это полная противоположность предыдущей. Честно говоря, весь последний год меня особенно интересует радость, такое понятие. Я ищу ее везде. Потому что мне кажется, что быть радостным или быть депрессивным — это наш выбор, который мы совершаем каждый день на самом-то деле. Ну, как-то я к этому пришла, и мне хочется выбирать радость как можно чаще. Мне хочется находить хорошее, что бы ни происходило. И об этом песня, та самая премьера, которая номер раз, нигде еще не звучавшая песня. Если я забуду слова, не обижайтесь. Но надеюсь, что все будет хорошо, я их не забуду. Кстати, мне нужна ваша помощь. Нам нужно выучить с вами одну такую маленькую штучку, которую я хочу, чтобы вы спели. Ну как? Окей? Штучка звучит вот так. Песня появляется, эта штука. Thank you.
что внутренний свет никогда не погаст, и наслаждаться каждым мгновением. Вот что мне хочется делать сейчас. Знаю, что радость меня не оставит. Главное сердце блюсти в чистоте. Давай же станцуем с тобой этот танец. Ради нас и ради наших детей. Ради нас и ради наших детей. Продолжать нашу позитивную жизнерадостную тенденцию. Называется она «We Can Fly». Thank you.
Спасибо вам огромное. Ну, перед тем, как мы сыграем как бы последнюю пьесу, мне хотелось бы представить этих волшебных людей, с которыми я имею удовольствие и честь вообще делить эту сцену. Андрей Красильников, саксофон. Евгений Лебедев, рояль. Антон Рыбнев, контрабас. Игнат Красов, барабаны. Максим Шибин, гитара. Сейчас не до шуток вообще. Сейчас будет очень грустная и серьезная песня. Вообще-то свадебная песня. Там еще 125 куплетов. Но фабула такова, что... Я пою не все, естественно, не пугайтесь. Я щажу своих слушателей. Там на самом деле речь о том, что замуж выходит девушка, и она сирота. И у нее нет мамы, чтобы выдать ее, чтобы подготовить ее к свадьбе. И она поэтому разговаривает с рекой. Потому что это единственное, что есть рядом. И она как бы все свои чаяния, все свои чувства, она доверяет реке. Ты река, льма, реченька. Thank you.
Thank you.
спасибо вам большое, друзья. Андрей Красильников, Сатакон. Евгений Лебедев, Рояль. Антон Ревенюк, контрабас. Игнат Кравцов, барабаны. Максим Шибин, гитара. Меня зовут Алина Ростовская. Мы очень рады были провести с вами вечер. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Следите за нами. Если кто хочет диск, спрашивайте, у меня немножко есть с собой. И вообще, любовь, тепло и радость. Спасибо вам огромное. Как говорят, у нас есть еще кое-что, небольшой такой номер в трио. Извините, ребят. Да, у нас есть номер в трио без баса, без Андрея, нашего без саксофона, и я сама буду играть. Называется «Успокой меня». Успокой меня, скажи, что просвет впереди. Успокой меня, хочу увидеть снова глаза того юнца, что научил меня верить в чудеса. Успокой меня, не снова нечем дышать. Успокой меня, позволь ничего не решать. Успокой меня, услышь мою немую мольбу, и рядом будь. Мы сможем эту ступень. Thank you.
Успокой меня. Давай в тишине посидим. Успокой меня. Скажи, что просвет впереди. Успокой. Прекрасные. Андрей Красильников, Антон Ливнюк.